и переносить себя. Майни вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на Брайана Мапса. Его новое видео называется «Самая бесячая игра», в которую я играл. Давайте же посмотрим, что это за самая бесячая игра. Поехали. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании или QR-код на экране. Это сейчас очень важно. Вдруг чего? Я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово. Ссылка есть тоже в описании. Я стримлю каждый день. Тоже вас там очень-очень жду. Куда мы едем? Непонятно. Блять, я только сейчас понял, как что? Это выглядит. Не-не-не, я хотел показать состояние, как будто мне жарко и... будто бы мне жарко, я сонный. Понимаете? Ничего такого. В общем, писан за волос. Я уже взбодрился. Я не понимаю, всем волосы каждый видос меняются, они отрастают то в 20 тысяч раз больше, опять потом стрижутся. Как он так быстро это делает? Сегодня такой день, когда жарко, потно... Лениво. Понимаете, о чем я? Да. Нет? Счастливчики? Я решил взбодриться одной очень интересной игрой. Она называется Trap Adventure 2. О, я слышал про эту игру. Это кошмар. Это черная игрушка наподобие Марио, только намного сложнее, как я понял. А типа Cat Mario в свое время. Игру. Я играл в Cat Mario в 2015 году. Cat Mario. Какой он же мелкий, жесть. Это тоже был мелким. Я не могу. Так что посмотрим, как пойдет с этой игрой. Но я не думаю, что она сможет меня разозлить, потому что меня в целом сложно разозлить. Это неправда. Ладно, мне сложно вывести на эмоции, так что... Мне легко вывести на эмоции. Вот что я хожу, вот меня на эмоции супер легко вывести. Наверное, вот вывести на эмоции, это типа, знаете, вот такой пункт, который сделать изи. Вот, ну, эмоциональный человек, что со мной сделаешь, блин, не могу ничего с собой поделать. Капец, микрочелик там. Я слышал, что эта игра особенно раздражающая, но... Здесь очень большая чувствительность, нужно сказать. Да, действительно, это нужно привыкать. Нет, на самом деле... Ну, то есть, вы думаете... Вы думаете... Нет, я вот честно, я не могу поверить, чтобы эта игра меня прям разозлила. То есть, она настолько сейчас в спокойствии, настолько чакры мои открыты, или как... Чакры. Окей. Чакры это Наруто, да, колючки, я знаю, хорошая. Здесь колючки, значит, нужно прыгнуть на краешек. Я, в принципе... Это было близко. Это я, было реально близко. Я, знаю, как работают такие игры, так что да. Так, ну тут наверняка где-то сейчас будет... О! Нужно ли прыгнуть на следующую ступеньку, либо через нее? Попробую через. Окей. Ничего страшного, две жизни. Но тут наверняка что-то... Нет, мне пока что просто смешно, понимаете? Пока не бомбит, пока не бомбит. Мне реально смешно, то есть я смеюсь. Значит, я тебе когда оправдываешься. Потом обратно. Я понял, ничего страшного, гейм овер, ничего страшного. Во-первых, ничего сложного. Во-вторых, ничего страшного. Сейчас быстренько пройдем этот уровень. Тут еще и уровень, серьезно, тут еще ограничение по хп? Что тут? Тут нужно делать? Сейчас нужно собраться просто вот так, хоп, стоп. Ля, ребята, если хотите, чтобы я в это поиграл, этот кошмар, судя потому, что он со мной игру все не пройдет, вы можете написать об этом в чате, и я поиграю это на Трово. Ссылка на Трово мы в описании. Это будет как раз поддержка и меня, если вы придете на этот стрим, и заодно вам какой-то контент. Так. Видео тихое? Ну, я не... Ну, а что поделаю? Ну, видео тихое, блин. Да, вот так вот, сейчас погромче вам сделаю. Я молча пройду. Как я в прошлый раз это сделал? Подождите, подождите. Ну, такого же не может быть, это же... Я даже ничего не нажал! Ой. Не-не-не, я не разозлен. Я не зол. Я не раздражен. О, мне дополнительные жизни дали. Так вообще. Оп. Оп. Ха. Ха. Класс. Только жизнь не уменьшилась сразу. Здесь я помню, что так, потом так. Что здесь? А, я знаю, что нужно здесь сделать. Так вот. Я гений. И что? А дальше как? О! Я сделал это. Так, ну здесь, конечно же, мне просто так не дадут выйти отсюда. Что-то будет. Прыгай. Я, конечно, всего ожидал, но точно не такого. У меня последняя жизнь. Меня жопа сгорела с этой игры. А! У меня последняя жизнь и зал сделал тоже. Значит, заболела. Да. А игра веселая. Блин, у меня локоть болит. Так весь аж до уровня прошел. Соп, я только что сейчас подул на локоть.
для того, чтобы он прошел. Все, вот так вот. Да, кстати. Это спидран. Я забыл, как тут проходить. Спидран по майну, прошу, поехали. А, сейчас она прыгнет. Блин, я испугался. Я знаю. А чего он испугался? Оп. Нет, я ничего... Ни черта, я не знаю. Может быть, на краю надо прям стоять? Нет, овсоножен добивает. Прыгай на... О, что? Мне кажется, это не так должно работать. Вы видите это? Я гений. Я гений этой игры. Ой, а чё... Ой! Ладно, я понял, нужно сюда прятаться. Что? Стоп. Да куда она убегает? Что тут делать надо? Дайте мне хоть что-то. Дайте мне хоть какой-то шанс. А что надо реально делать? А что реально тут надо делать? Это шапка спокойствия, чтобы вы не понимали. Ты хочешь предостеречь меня, но я не собираюсь. Нет, я не схожу с ума. Так, вы знаете, что такое безумие? Я не злюсь из-за какой-то игрушки. Я что, по-твоему, тупой? Да, мы все такие. Ты знаешь, ну я пока не такой, значит, я тупой получается. Я что, по-твоему, игрушка для тебя? Я даже не знаю... мне дали еще больше жизней. Супер. Эта игра заботится обо мне и о моем психическом состоянии. Я даже не знаю, сколько уровней в этой игре. И вот что самое страшное. Стоп! Ну дайте мне хоть подумать! Стоп! Я понял. Когда он сталкивается с этой фигней, он замедляется. Ни хрена. Стоп, я только сейчас заметил, что здесь еще какие-то кнопки есть. Присесть. Вы видите это? Здесь можно приседать, твою мать. Так, окей. Здесь уже просто, проще простого. Капец, это так не должно работать. Это что еще за херня? Получил. Так, стоп. Вот наверняка. Она сейчас упадет, наверное. И как мне тут быть? Куда мне идти-то теперь? Так, я понял. Да уж! Брайана не видно. Нет, Брайана не видно! А когда... А он все время там сидел, да? А, блин, он то сидит там, то не там. Он что, блин? Брайан, ты что? Зачем ты переехал? Брайан, одумайся! Мне теперь придется делать... Сейчас, секундочку, придется дублировать сцену и переносить себя. Пи-пи-пи-пу-пу-пу-пи-пи-пу-пу-пи-пи-пу-пу-пи-пи-пу. Спасибо, Брайан, что переехал. Зачем Брайан два раза переезжал? Брайан, зачем? Зачем? Да это нереально! И что делать-то? Блять. А у меня... Нет, у меня одна жизнь. Ладно, сейчас... Здесь я уже умею. Окей, мне дали дополнительную жизнь, по-моему, еще больше. I don't mind. Привет, Правыч. Был Майнич, писал Правыч. Да прыгай, жи, да блин! Там нужно успеть прыгнуть, но это нереально. Вы понимаете? Да все это возможно. Нереально. Давай, Брайан, ты сможешь. Прыгай. Хорош. Пу-пу-пу-пу-пу. Я за него радуюсь, как за себя. Это так весело, такая веселая игра, мне так нравится. Oh my god. 5 stars. Так, ну а тут 6 stars. Выглядит слишком сложно для меня. Кстати, ну а если вы любите поиграть в разные покушает, игры... Это хорошо. Также этот автор тоже покушает ее, придет на Трову, на мой стрим-канал. Это самая большая поддержка для меня. Чем больше зрителей, тем больше мне там платят. Да, это не секрет, это не тайна, от вас ничего не скрываю. Поэтому приходите, авторизовывайтесь, смотрите мои стримы, даже если фоном, мне будет очень приятно. А так, продолжаем смотреть. Так, продолжаем смотреть! Я с ума сошел. Ага, это значит у нас старая добрая блокбол гейм. О, я слез с нее. Ой. А, это монетка, которая подключает шипы. Нафига так делать? Докажите, это тупо. Это что, была последняя жизнь? Все? Это же так классно! Так, сейчас здесь нужно будет прыгнуть. Я гений. Хорош. Что такое П? А, это пауза.
Я гений. Я понял. Но это нереально же. Это нереально! Да это невозможно, понимаете? Это прям, ну вообще... Нет, это нереально, у меня две жизни осталось. А если я в другую... Это нереально. Вот прям, вообще Unreal Engine 5. Хорошая графика. Хорошая, да. Смотрите, сколько... И технологии там нормас. Ну, то есть графика все-таки... Жалеет. Она не хочет, чтобы у меня были проблемы. С дальнейшим, с моей жизнью. Из-за какой-то игры. Ну, смотрите, уже профессионально проходит. Очень сложный. Но я настолько уже стал профи, что прохожу все с первого раза. Блин! А, я понял. Она нажимается не обязательно в середине. Вот можно сюда переместиться и нажать на кнопочку, и она будет здесь. И я могу так вот... Но это все равно нереально. Куда она? Что? А как двоих-то? Ой, я их размножаю, а нахрена я это делаю? Я сделал, и зачем я это сделал? Это история о мальчике, который улыбался всем своим неудачам и был счастливым, несмотря ни на что. Самый счастливый человек в мире. Пока не сдох из-за нервов, которые он потратил на эту чертову игру. Окей, не, ничего страшного, нормально. И камнем вниз! Это невозможно. Это вот уже прямо на грани. Ну, на грани, то есть это прям... Ну, прям... Смайл! Смайл! No, please get out! А, я-то думаю... На последней попытке, кажется, я что-то понял. Значит, здесь можно мне кажется, его шарики слезть убьют. В какой-то момент, как я полагаю. То есть нужно, чтобы он разрушил большую часть этих ограждений. Оп-оп, я слез! А что дальше? Ой, это еще что такое? Так, он потихонечку ломает стеночки. Меня, конечно, напрягают вот эти вот какие-то оранжевые штуки снизу. Это смайлики. Потому что я так полагаю, что мне вот в ту дыру, они мне просто не дадут туда пройти. Соответственно, походу, я уже проиграл. Там смайлик такой. Так. Только не убивайте меня, только не убивайте меня. Я пока спрятался. Так. Разбейте вон ту штучку. Молодцы, разбили. Так, дайте мне теперь пройти туда. Ну, туда. Давай! Нет! Ну, это вот так рядом! Он появился именно в тот момент, когда вот я уже прям летел. Ладно, может быть, двоих будет достаточно, отвали! Может быть, вдвоем они... Давай! Они справились уже, только... Ой, нет, значит, так... Как да, бы тут присев, вот присев молодому. Непростой задачкой, их все больше и больше становится. Все, присев молодому. Не надо ко мне идти, пожалуйста. Так, сейчас, может быть, как-то можно будет прорваться. А как? Блин, ну я был настолько близок, то есть, понимаете, вот прям, вот такая вот хуйня оставалась. Теперь у меня последняя жизнь. Настолько нервничаешь, аж материться начал. Я-то знаю, что когда ты нервничаешь, материться начинаешь, вот так вот, все. Ой, если я звук вырубил, да, зачем вам звук, ребята, а нужен звук вообще в видео? Возможно, справиться все. Мечта не. Ой, батюшки, ой, родные, ой, батюшки. Да ё-моё, но это очень сложно. Да! Я не сделал это, твою мать! Слушайте, а с меня хватит, я так хочу сказать. Это довольно-таки интересная игра, и, в общем-то, я, в принципе, прошел бы ее до конца, но не хочу больше... Радоваться. Ну, радоваться понимаете, не хочет. Не хочу больше играть, просто уже времени много. В общем, надеюсь, вам понравилось. И если хотите уже, вторую... Уже без бубернацать и бубернацать, поэтому я ничего не особо хочу часть? Играть. Не надо. Ладно, надеюсь, вам было очень весело. Очень весело смотреть это видео. Ну, а с вами был, как всегда, Брайан. До скорой встречи. Пока! Знаете, что здесь Брайан опять переехал в видео? Опять показывал переезд. Был вверху слева, стал вверху внизу.
слева. Переезд, опять. Вот, бля, баран любит переезжать даже в видосах. Вы вот понимаете? Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на Брайан Мапса. Обязательно также подписывайтесь на мой канал. Не забывайте писать комментарии, хотите ли вы эту игру и придете ли вы на мой стрим по этой игре. Я потом, конечно, тоже сделаю анонс, когда будет сам стрим. А так, до скорых встреч. Всем удачки, всем пока-пока.